сегодня большое радостное событие для города Артема, для гостей, для всех, кто сегодня присутствует на этой замечательной площадке. Открыт этот парк, открыт с удивительным и красивым фонтаном, светомузыкальным. Я искренне благодарен администрации Артемовского городского округа Вячеславу Васильевичу Кувону за то, что своевременно был сделан такой хороший парк. В этом году в Артеме это уже второй парк, второй сквер. Поэтому думаю, что с каждым годом их будет прибавляться все больше и больше. И город с каждым годом будет хорошить, благоустраиваться. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы не прекращались программы по дорогам. Всем, чтобы было больше парков, было больше возможностей для жителей Артема с детьми проводить время после работы, выходные дни в таких прекрасных местах. Поэтому от всей души поздравляю вас с этим ярким праздничным событием, открытием этого сквера и этого светомузыкального фонтана. Спасибо.